Более 7,5 миллиардов тенге предусмотрено на бесплатное лекарственное обеспечение жителей Костанайской области в текущем году. По специальным рецептам, то есть безвозмездно, медикаменты получат свыше 80 тысяч пациентов. Это практически каждый десятый житель региона. Деньги выделяются как из государственного, так и из местного бюджета. Кабинет эндокринолога Светлана Сотникова посещает регулярно. 29 лет женщина страдает сахарным диабетом. Все это время сидит на таблетках и 5 раз в день получает инъекции инсулина. Сегодня пенсионерка пришла за очередной порцией бесплатных медикаментов. 2 вида инсулинов я у них получаю. Кроме этого, сахароснижающие таблетки. Шприц-ручку выдают, иглы выдают, тест-полоски, глюкометры. Получаем это все бесплатно, абсолютно. 4-я поликлиника Костаная обслуживает 72 тысячи человек. 4,5 тысячи из них получают медикаменты бесплатно. 15% пациентов обеспечиваются препаратами для лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии. С начала года в медучреждении выдано лекарств на 19 миллионов тенге. На сегодняшний день состоит 1924 человека с сахарным диабетом. Препараты планируются за год. То есть где-то в октябре-ноябре мы подавали заявку на целый год на тех пациентов, которые у нас числились на учете на тот момент. И получаем мы препараты, начиная с января. Более 80 тысяч жителей области получают бесплатные лекарства по 36 видам заболеваний. В текущем году их обеспечат медикаментами на 7,5 миллиардов тенге. Из них 1,2 миллиарда – это из средств местного бюджета для обеспечения амбулаторных больных. Свыше 2 миллиардов – это обеспечение стационарных больных. И 3,8 миллиардов – это обеспечение амбулаторных больных и средств республиканского бюджета. В ближайший месяц в область прибудет пациент, которому сделана пересадка сердца. Для него уже предусмотрены лекарственные препараты на 3,5 миллиона тенге. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Костанай, 24 КИЗ.